Еще один вариант быстрой яблочной выпечки – это итальянское печенье, безумно вкусное. Тесто замешивается очень быстро, поэтому духовку сразу включаем разогреваться на 180 градусов. В миске соединяю одно яйцо и 50 грамм сахара. Избиваю до пышной пены. Добавляю 70 грамм растопленного сливочного масла. Избиваю буквально еще одну минутку. Добавляю муку. Муки понадобится примерно 170-190 грамм. Одну чайную ложку разрыхлителя. Щепотку соли для баланса вкуса. И замешиваю тесто лопаткой или ложкой. Тесто должно получиться немного липким. Оно не должно быть жидким или слишком плотным, иначе печенье не будет мягким. Вот такое. Оно хорошо держит форму и при этом мягкое и эластичное. Три яблока нарезаю кубиком. Вы при желании можете очистить яблоки от кожуры, но я этого не делаю. Также можно к яблокам добавить орехи или сухофрукты. Или часть муки заменить на овсяные хлопья. А вот перемешивать тесто легче руками. Выкладываем тесто на противень, застеленным пергаментом. По одной ложке. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-25 минут, до золотистого цвета. Печенье готово. Оно у меня выпекалось 22 минуты. Оно хорошо должно подрумяниться. Даем печенье немного остыть и посыпаем сахарной пудрой. Печенье получается очень вкусное. Внутри оно мягкое, воздушное, а сверху приятная хрустящая корочка. Уверена, вам этот рецепт понравится. Обязательно попробуйте.